многие участницы «Дома-2» делают пластические операции. Ведущая проекта, 36-летняя Ксения Бородина, объяснила, чем вызвано это явление. На «Доме-2» бушует пластическая лихорадка. Звезды реалити-шоу одним за другим делают себе пластические операции, и речь идет не только о девушках. Молодые люди тоже ложатся под нож хирурга, например, чтобы исправить форму носа. Самой популярной операцией среди участниц проекта является увеличение груди. Свой бюст в последние годы скорректировали десятки девушек на шоу. Поклонники спросили ведущую «Дома-2» Ксению Бородину, почему так происходит. Звезда опубликовала в Instagram Stories карикатурную картинку, на которой изображена пожилая женщина в морщинах, с огромными губами и большой грудью. «Потому что бесплатно», — коротко ответила фанатам Бородина. Фанаты телестройки поняли, что у звезд есть возможность бесплатно воспользоваться услугами пластического хирурга в счет рекламы клиники. Ранее Ксения жестко высказалась об участниках, которые подсели на пластику. Телеведущая заявила, что молодежь берет пример с героев реалити-шоу, поэтому она будет выгонять всех, кто сделает пластику. Однако предупреждения Бородиной не сработали. Недавно увеличила грудь участница проекта Милена Безбородова. Следом на операционный стол легла Алена Рапунцель. Девушки увеличили бюст и исправили форму носа.